Частная лавочка под прикрытием. В Саратове создана коммерческая фирма, дублирующая функции государственной центральной диспетчерской службы. Об этом сообщает информационное агентство «Взгляд.Инфо», в распоряжении которого оказались соответствующие документы. Любопытно, что офисы обеих компаний, и легальной, и коммерческой, располагаются в одном здании – регионального министерства транспорта. Руководитель организации тоже один – Андрей Саяпин. Кроме того, по странному совпадению, коммерческая ЦДС появилась 28 марта этого года, через два дня после назначения заместителя председателя областного правительства Василия Разделкина, сообщает «Взгляд.Инфо». У журналистов возникло подозрение, что новоиспеченная структура занимается тем же самым, что и первоначальная, выступает оператором связи для перевозчиков, но делает это в интересах отдельных лиц и в обход областного бюджета. «Взгляд» просит прокуратуру области дать оценку странному симбиозу структур дублеров в региональном министерстве транспорта. Мы, в свою очередь, попытаемся получить ответ на вопрос от руководителя транспортной сферы региона уже в ближайшем выпуске программы.